Так, всех приветствую, кто зашел на мой канал и смотрит данное кино. На повестке дня спасаем вот такую скороварку советскую. Нержавейка. Вот с таким вот торчком. Интересно, для чего торчок? Наверное, можно догадаться. Сюда можно надеть шланг. И что здесь будет выходить? Ладно, суть не в этом. Короче, надо сделать вот такую деталюху. С двух сторон резьба. С этой стороны у нас левая резьба. Так, собираем. То есть она собирается вот так. Это ставится сюда. И вот этой гаечкой закручивается. Но резьба здесь у нас кончилась. То есть она вот так вот красиво развальцована. А вот на эту штуку одевается вот этот торчок. И он приподнимает вот эту конструкцию. То есть притягивает крышку вот так. Шик-шик, когда ее крутишь. Соответственно, резьба у нас тут левая. И в самом конце ее стали крутить, и она, по ходу дела, сработалась. Надо сделать такую новую детальку. Она из бронзы. Вроде как. Будем делать из нержавейки. Нас интересует вот эта резьба. Она вообще похожа, конечно, на прямоугольную. Такое ощущение, что это трапеция. Похоже на два, но нифига это не два. Чуть меньше. 1,75 у нас. 1,75 мало. Блин, так-то вроде. Шаг два. Ну дофига шаг 2. Какая-то, блин, питчевая еще резьба, фиг знает. Давайте дюймовую попробуем. Так, 19 ниток. 19 мало. Капец, геморрой-то еще. Так, 12 ниток. 12 много. 13 ниток. В принципе, похоже прям на 13. Так, 14 ниток. Нет, 14 вообще не катит. Тринадцать ниток, короче, получается, вроде как. Будем резать как дюймовую резьбу. 13 ниток. Так, с этой стороны у нас что получается? Шаг один. Так, а 13 ниток у нас? 13 ниток. Ну, короче, фиг поймешь, что вообще за резьба. Ладно, будем делать. Полюбасу что-то получится. Будем делать вот с такой заготовки. Сталь, нержавейка, магнитная. Магнитная нержавейка. 20Х13. Она отожженная. Отпущенная. Потому что обычную фиг проточишь. Короче, будем из нее точить. Thank you.
Так, решил сначала пройти обычным резьбовым резцом, сглубиться на 1,5 миллиметра. То есть сделать как бы основную резьбу. А вообще нам надо сглубиться на 3 миллиметра. А потом вот таким вот мелким резечком уже будем прорезать сам профиль. Короче, капец, ювелирная работа. Выставил резьба дюймовая. Дюймовая резьба, 13 ниток на дюйм. И меняем шаг резьбы. Сейчас правую ставим на левую. Капец, она тяжело переключается. Короче, все переключилось. Пробуем резать. Чуть не забыл, что левая резьба. Thank you.
Че, победил я эту фиговину, блин, деталь эту. Лыски вот эти сделал болгаркой. Ну так как. В идеале, конечно, на фрезере забабах. Но фрезера нету. Короче, вот этот диаметр стали сделать побольше, чем у оригинала. И резьбу я сделал буквально на полвиточка подлиннее. Короче, все получилось. Здесь резьба тоже зафигаренная была. Здесь резьба М12, шаг 1. А вот это вот, конечно, мне мозг вынесла штука. Короче, здесь у нас, блин, я не знаю, как так. Ну, короче, 13 ниток на дюйм получается. Я мерил, перемерял. 13 ниток. 13 на 8,7, короче, получается. Вот. Геморройная вообще эта сраная резьба. Просто капец. Ну фигня. Короче, сделал все ништяк. Все четенько. Здесь еще есть клапан спускной. Ну как бы его вообще нафиг не надо делать. Вот нержавеечка. 20 по 13. То есть из такого кусочка получилась деталька. Все офигенно, да? Была паковочка такая, бац, и получилась деталюха. Чудесный токарный станок. Так, собираем все это дело. Чик, чик. Хова. Ну что, я думаю, что работать будет, да? Резьба левая у нас. О. И все тут вот на болтик прикручивается. Я не буду прикручивать. Так, как она работает? Блин, дофига закрутил. Можно было дальше-то не закручивать. Она до туда и не закручивается, по ходу дела. Короче, крутим, она начинает приподниматься. Здесь ушки вроде у кастрюли, у этой у кроватки, я уж не помню, как она устроена. И, короче, крышка прижимается. Короче, все работает. Все офигенно. Вертолет. Вещь. Что, друзья, подписывайтесь на канал. Если понравился видос, ставим лайкос. Всем спасибо за внимание. До свидания. То есть эта штука у нас кручивается. Вот это кручивается. Минут, чтоб звонить. Алло.